Здравствуйте, вас приветствует компания по производству детской верхней одежды и аксессуаров Nico Style. Меня зовут Екатерина, и сегодня я для вас проведу обзор комбинезона для девочек 8002 из новой зимней коллекции 2021. Современный утеплитель Fiberlite 300 грамм в сочетании с флисовым подкладом прекрасно сохраняет тепло и сделает комфортную прогулку при температурном режиме до минус 30 градусов. Данная модель прекрасно подойдет как для средней полосы России, так и для Дальнего Востока, где бывают сильные морозы, ведь мембрана сохранит комфортную температуру внутри. Комбинезон выполнен из мембранной ткани с показателями водонепроницаемости и паропропускаемости 5000 на 5000 в грязеотталкивающем покрытием тефлон. Это означает, что ребенок в данном комбинезоне не промокнет и не вспотеет. Вот так комбинезон выглядит со спины. Он имеет приталенный силуэт. Модель представлена в трех цветах. Это фуксия, розовый неон и розовый. Можно посмотреть их сейчас все вместе. Очень яркие, насыщенные цвета. Данная модель представлена в размерной линейке с 92 по 128 роста. Напоминаю, что все наши изделия отшиваются в размер. Рекомендуем использовать таблицу замеров, которая находится на нашем сайте. У каждого изделия последние фотографии. Опушка у комбинезона выполнена из вот такого вот пушистого эко-меха. Она добавит уюта и тепла. Смотрите, какая она пушистенькая. Рекомендуем дополнить образ нашими фирменными аксессуарами. Переходим к более детальному обзору. На комбинезоне у нас имеется два боковых кармашка. Кармашки глубокие, с флисовым подкладом. Вот такой вот красивый, очень яркий флис, приятный. В рукаве есть манжета, вот такая вот трикотажная, эластичная. Она не пропустит холодный воздух внутрь. Капюшон на липучке. Есть флисовая нашивка, чтобы не царапать подбородок ребенка. Сам капюшон на молнии. Мех также на молнии. При желании все можно отстегнуть. Капюшон очень объемный, мягкий. А объем можно отрегулировать с помощью вот таких вот утяжек с одной и с другой стороны. Также можно отрегулировать объем капюшона, глубину с помощью вот такой вот застежки. Она на липкой ленте. Внутри у нас высокий стойковый воротник, утепленный, обшитый внутри вот таким вот мягчайшим флисом. Здесь мы видим защиту для подбородка. Центральная застежка у нас закрыта ветрозащитной планкой. Она на липучках, легко застегивается, расстегивается. Ребенок справится с ней самостоятельно. Здесь у нас есть дополнительная ветрозащитная планочка. Смотрите, какой красивый флис. Неоновый, желтый такой. Очень красиво, приятно на ощупь. Здесь у нас вот эти вот лямочки, необходимые для того, чтобы ребенку было не жарко, если вы вдруг его решили взять с собой прогуляться где-нибудь в магазине. Либо просто, когда вы заходите на долгое время в помещение, и ребенку нужно снять верх, и вам бы не хотелось носить комбинезон в руках. Ребенок надевает лямочки, и у него сзади комбинезончик висит как рюкзачок. Далее, здесь у нас нашивка антипотеряшка, петелька для использования в гардеробе и вот такая нашивка
с информацией о ткани и о ее свойствах. Внизу у нас есть силиконовые штрипки. Они эластичные, их можно отрегулировать по длине или отстегнуть при необходимости. Они цепляются под каблучок на сапожке. Цепляются они к такой вот снегозащитной муфте. Она с эластичной прорезиненной тесьмой. Надежно в сочетании с штрипками надежно зафиксирует штанишки на ножке ребенка и не пропустят влагу и грязь внутрь. При необходимости можно сделать вот такой вот отворот. А это значит, что можно рассчитывать, что вам комбинезона хватит не на один сезон, если вы его возьмете запасно. У комбинезона предусмотрено усиление в области трения, то есть на коленках, также сзади. Ткань гораздо плотнее. Это сделано для того, чтобы ничего не протерлось и изделие вас радовало долгое время. Сзади у нас есть вот такая вот петелька. Она необходима для того, чтобы повесить в какой-нибудь небольшой шкафчик, сложив комбинезон пополам. Для безопасного нахождения ребенка в темное время суток на комбинезоне имеется множество светоотражающих элементов. Вот сейчас вы видите, как они светятся красиво. Надписи, пуллеры на молниях. Такие вот вставочки с одной и с другой стороны на капюшоне. И на ножках. С обратной стороны также имеется светоотражатель. Посмотрите, как красиво. Это не только очень красиво смотрится, но и выполняет важную функцию. А ребенок будет максимально заметным в таком комбинезоне. Наш обзор подошел к концу. Надеюсь, он был для вас полезен. Если остались вопросы, пишите в комментариях. И до скорых встреч!